1 сентября по всей стране прогремели первые звонки. Тысячи первоклашек впервые отправились за парты. Президент Владимир Путин поздравил школьников и педагогов с Днем знаний в Центре для одаренных детей «Сириус». Он был создан в 2013 году по инициативе президента на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Образовательный центр работает по трем направлениям – наука, искусство и спорт. По мнению Владимира Путина, единственный в мире образовательный комплекс такого уровня должен стать ключевым в поддержке талантливых российских ребят, быть ориентиром для регионов и задавать стандарт для школ. Поздравляю вас, всех школьников, студентов России, учителей, преподавателей с началом нового учебного года. 1 сентября мы с вами встречаем здесь, в Сочи, в городе нашей олимпийской мечты, надежды и победы. Наследие сочинской олимпиады уже работает на страну, на ее развитие, на ее будущее. В своем выступлении Владимир Путин призвал молодое поколение серьезно подойти к вопросу выбора будущей профессии. Чем раньше ученик определится со своими желаниями, тем больше он успеет сделать. Ведь любые успехи, в том числе научные открытия, экономические, культурные, спортивные достижения, напрямую связаны с талантом, образованием, трудом и упорством. Вам предстоит выйти уже на другие рубежи, решать более сложные задачи, отвечать на непростые, как сейчас говорят, вызовы. И вы должны быть к этому готовы. Сила, преимущество вашего поколения в незашоренности, в способности мыслить свободно, предлагать нестандартные решения. Также президент призвал молодежь стать активными участниками в формировании будущего страны, в которой предстоит жить нынешнему и последующим поколениям. И главное...